Короче, у меня есть к вам предложение. Если вы приедете, я могу так устроить, чтобы он вас послушал. Нет, подождите. Какая Москва? Но мы же его видим в первый раз в жизни. Гош, это Москва, это радиоурок. Это реально наш шанс. Ты взял мне деньги с вокзала, шмот? Слушай, я же не знал, что такая жопа начнется. Ну, может быть, так и было предначертано, да? Это же знак! Баги, что это было? А? Сука, так же не бывает. Ты охренел? Ты нормальный? Ты знаешь, что мне за это будет? Ну, это самый охренительный трип в моей жизни. Я не могу понять, ты хочешь все сломать?